Совет депутатов Химок подготовил культурно-историческую программу для директоров школ городского округа. Педагоги отправились в город воинской славы Ржев, где проходили ожесточенные бои в период Великой Отечественной войны. Увидев своими глазами, мы можем рассказывать детям то, как сейчас государство чтит память тех, кто участвовал в годы войны в защите родного Отечества. Будем работать, воспитывать наших детей, тем более президент объявил основным направлением образовательных организаций это воспитание духовно-нравственное, патриотическое. По историческим достопримечательностям Ржева директоров школ проведут профессиональные экскурсоводы. Формат экскурсии – это посещение мемориала в Ржеве, прикоснуться к истории, посмотреть филиал Музея Великой Отечественной войны, а также посетить небольшой домик, где останавливался Сталин. Культурно-патриотический подарок приурочили к 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Кровопролитные бои по периметру Ржевско-Вязевского выступа продолжались 14 месяцев. Наступательные и оборонительные операции войсками Западного и Калининского фронтов имели огромное стратегическое значение. Это позволило переломить ход войны в пользу Красной армии на всем советско-германском фронте.